12 октября в средней образовательной школе номер 5 состоялось торжественное мероприятие, посвященное вступлению учащихся школы в ряды юнармии. 29 октября 2015 года президент России Владимир Путин по инициативе министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу подписал указ о создании общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации в целях совершенствования государственной политики в области воспитания подрастающего поколения, содействия формированию личности на основе российских ценностей и традиций. На вас двойная ответственность, потому что юнорейцы вступают ребята, которые в первую очередь показывают себя примером поведения, учебе и хороших, правильных поступков. А двойная ответственность, потому что вы учитесь в школе, которая носит имя Героя России Тухара Мусалаева. Современного Героя России, молодого парня, который буквально недавно ушел из жизни. Поэтому будьте достойны этого звания, будьте примером учебы и поведения. В качестве гостей на мероприятии приняли участие первый заместитель главы администрации муниципального образования город Хасавюрт Кургули Кургулиев, военный комиссар города Хасавюрт Абакар Даудов, председатель ветеранов ОВД по городу Хасавюрт Зайбадин Амаров, председатель Совета ветеранов Великой Отечественной войны города Хасавюрт Нажмудин Залимханов, заместитель начальника штаба юнармии Республики Дагестан Умар Гехаев, начальник отдела подготовки и призыва Артур Аджи, и управляющий делами администрации Гаджиев Магомедов. Хочу пожелать вам, всем детям, чтобы вы были послушными учениками. Учителя, чтобы радовались с вами. Родители, чтобы гордились с вами. А руководство, чтобы всегда могла, значит, гордиться всеми вами вместе. Добрый путь, ребята. Будьте верны вашей клятве. И очень приятно здесь от имени военного комиссара нашего города и народного героя Дагестана и других лиц получить сегодня удостоверение, наверняка вы будете их, значит, честью и достоинством носить всегда с собой имя, настоящее имя юнармейца. Цель движения – вызвать интерес у подрастающего поколения к географии, истории России и народов, выдающихся ученых и полководцев. Вступить в юную армию может любой школьник. В свободное от учебы время юнармейцы будут вести работу по сохранению мемориалов, нести вахты памяти у вечного огня и заниматься волонтерской деятельностью. Учитывая это обстоятельство, друзья, от имени ветеранов органов внутренних дел города Хасавюрта, от имени 62 семей, погибших сотрудников полиции, которые отдали свою самую драгоценную жизнь ради нашей жизни, от себя лично поздравляю с этим знаменательным событием. Полвека тому назад впервые я тоже дал присягу верности этой родине под Брестской крепостью. Представилась мне такая возможность, и вот эти высокие звания несу по сегодняшний день. Далее, после принятия рапорта о готовности принесения клятвы юнармейцам, кульминацией мероприятия стало торжественное вручение удостоверений новобранцам. Загиров Зайнудин. Детско-юношеская организация «Российское движение школьников» намерена возродить традиции патриотического воспитания, которые существовали в Советском Союзе. Пурлия Цамбиева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».